летом есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Елена Фролова. Здравствуйте! Я совершенно недавно познакомился с вашим творчеством. Нашел на просторах интернета. Вот сразу был поражен в самое сердце, можно так сказать. Сразу у меня появилось желание пригласить вас на передачу или вообще где-то увидеть, услышать. Вот. Записал себе в плейлист ваши песни. Ожидания. Да, слушал. Вот. Мне сейчас вот хотелось бы узнать, для самого себя больше всего, наверное, что сейчас происходит с вами? Какая песня звучит? Какие слова, какие чувства, чем вы живете, вот ваше сейчас внутреннее состояние, это, ну, к чему вы сейчас пришли? Ну, на самом деле, так по сути, по большому счету, конечно, мне бы хотелось понять, что такое тишина. Тишина в музыке, в песне, в душе. Ну, потому что для меня это сейчас новое такое время. Я почти всю свою жизнь все время находилась в движении, да, такой бродяга. Ну, в силу обстоятельств, так что и как бы дома не было, да и, в общем-то, человека, который постоянно с песней куда-то едет, он, в общем-то, как-то везде где-то есть. То там, песни там, по вот, жизни. Да, да, где сел, поешь, там и живешь. Вот, а с некоторых пор, ну, так, в общем, удивительно, чудесно сложилось, что у меня появился сынок, сейчас ему 3 годика, и как новое такое обрастание домом, корнями какими-то, да, вот вместо именно вырастания. И, естественно, какие-то другие
приоритеты. Ценности это те же самые остались, но приоритеты какие-то, то, что на первый план вышли какие-то другие жизненно важные такие вещи. Вот. И в связи с этим в песне хочется тоже найти вот какое-то вот ощущение, когда ты двигаешься по другой траектории, как бы вверх, да, растешь, как дерево, а не идешь, как да, вот человек, который движется, как телега едет. Это тоже очень дорогое мне состояние, но сейчас вот мне бы хотелось, чтобы во мне проросло именно это, и поэтому сейчас как-то вот песни именно вот на мои стихи, они как-то приостановились, естественно, потому что они ждут моего какого-то определения, самоопределения, вот, куда им двигаться, откуда им в меня капать. Вот. А вообще, в принципе, я всю жизнь занимаюсь тем, что люблю, читаю и в каком-то смысле пропагандирую поэзию Серебряного века, просто нашу русскую поэзию. И для меня это вот такой очень важный язык, очень важное тоже состояние, которое дарит, ну, открывает такую полноту жизни. Ее такую выпуклость, как бы осмысленность, да, как-то вот когда ты через образы поэтов, которые они дарят, вот, вот как ты заново видишь, каждый раз заново видишь знакомые как-то уже привычные вещи. Но это, наверное, в принципе то же самое, что происходит через молитву, но только через молитву вот мне путь, он тоже для меня новый, он только-только открывается. И то, что у меня есть вот опыт общения с поэзией, мне, конечно, это помогает и здесь, потому что это слово. Просто там оно слово как-то более древнее, его нужно тоже как бы учить, как новый язык, привыкать к нему, то есть как бы быть более, как в естественном в нем жить, учиться на нем говорить, не знаю, думать, в конце концов, если это возможно, да, вот когда вдруг в тебе какие-то состояния, которые ты хочешь выразить, выражаются через слова молитвы, тогда ты понимаешь, что ты уже начинаешь думать именно вот этим языком. Вот. Ну, в общем, это моя такая основная, собственно, история, в которой я живу. Я сейчас вот делаю всякие вечера такие, посвященные поэтам. И вот, например, поэзия была Акуджава, именно поэзия. То есть я его люблю, естественно, песни, но вот как оказался целый пласт стихов, которые не пропеты, которые для меня были откровением. Причем 50-х, 60-х годов, то есть очень ранние такие, там прямо такие рокерские тексты, на мой взгляд, они такие очень... Он совсем другой, не такой, как вот он в песнях, к которому мы привыкли. И с другой стороны, удивительный был такой поэт, современник, одновременник, я бы даже сказала, Акуджавы, который жил в Минске, Вениамин Михайлович Блаженный. Он Айзенштадт, но он как бы вот принял себе такое имя Блаженный. И действительно, он был таким человеком немножко не от мира сего. Вот. И всю жизнь, начиная с 40-х годов, он писал о Боге, обращаясь к Богу, как к брату, споря с ним. Ну, так вот, как бы вот в своем каком-то ключе. Он был такой из еврейского местечка белорусского, но уже в конце жизни крестился. Потому что он сознательно уже перед смертью принял христианство. И для него Христос был один из главных собеседников. Да, такой вот. Но я просто вот как говорю, ну, что да, вот да, тоже вот диалог вот двух вот этих поэтов, или Бродский, там, и Леонид Губанов, там, да, вот, Питер, Москва, Ахматова, Цветаева. Это такой мир, в котором можно жить, ну, просто без конца удивляясь и с большим интересом. В этом мире искали себя, да? Это что созвучно вашей душе? Ну, в общем, да. В первую очередь Цветаева. Но сейчас определились, да? Ну, я там и живу, потому что, на самом деле, он безграничен, потому что они также искали и себя, и Бога, и как-то свое место в жизни. То же самое, что я, только просто Господь им дал... дар выговаривать вот эти состояния, которые ты иногда не можешь даже выразить никак, вымолвить, и от этого иногда мучаешься. В этом смысле поэзия помогает преодолеть. Ну, очень важно, как диагноз поставить себе и начать как бы лечиться. Вот, собственно, поэзия это и делает. Она выражает какое-то твое чувство, и ты уже как-то освобождаешься от многих вещей. Ну, как мне кажется. Катарсис. Да. Ну, вернемся... Марии Тепляковой, с которой все началось. Тоже просто поэт. Она мне сказала, что вы написали песню на ее стихи. Да. Я думал, что уже поэты у нас, так сказать, вырождаются, но
прочитал и понял, что это не так. Богатая почва, чтобы они вырождались. У нас все так, как бы эту почву пытаются все соскоблить, соскоблить, оно все. То есть, видимо, как-то вот под почвой что-то, или с неба падает что-то такое, что это бесконечно. У нас очень творческий народ, судя даже по такому явлению, как авторская песня. Я уже не беру рокеров, как бы по массовости явления, сколько люди туда же приезжают не столько слушающие, сколько пишущие. Все же пишут. Это все поют, это же просто невероятно. Вся страна поет, вся страна поэты. На каждой кухне там есть свой поэт. Это просто потрясающе. Ни в одной стране такого нет. Ну, я могу спеть вот на стихи Маши. Да, да. Как раз. Тут как раз не с кухни репортаж, как это в московской кухне, а с колокольни прям. Поэтому... Что там видно с колокольни? Видно лодки на реке, по Кремлевке ходят кони, и туристы налегке. Видно облако такое, виден лес в его тени. Ты достала бы рукой, только руку протяни. Что там видно с колокольни? Дождь, а выше Бог с тобой. Видно город на ладони, Соколиный. Такое пространство сразу задала. Она сейчас, собственно, подготовила к выпуску книгу рассказов, письма звонаря. Да. И это очень здорово. Но, к сожалению, вот так вот просто, чтобы прийти в издательство и сдать, возможности нет. Поэтому мы сейчас так организовали целую такую... экспедицию помощи через интернет. Я надеюсь, что как-то получится собрать народные деньги. Да. Надо вообще поддерживать таланты. Я думаю, что должны существовать фонды специальные. Ну, пока фонды в наших сердцах. Все фонды, все золото у нас пока внутри людей. Слава богу, еще это есть. Потому что она действительно человек уникальный. И она ученица лучшего звонаря вообще в нашей России. Она действительно прекрасно играет сейчас на колоколах. Вчера она. Тонкий музыкант, понимающий, что такое звук, что такое слово. Вот, и, естественно, в церкви она уже много лет служит. Она и как бы и здесь. Вот. То есть она в этом смысле универсальный человек. Вот так что хотелось бы, чтобы дай Бог, ее слово дошло к людям, потому что оно очень важно. Да. А вот вам как запелось в жизни? Откуда это вот взялось? Вот откуда-то с детства. Вот, знаете, будете смеяться, а может, это и не смешно. Это вот история моего поколения. Наверное, первый такой подземный толчок дал голос Аллы Борисовны Пугачевой. Как ни странно. И это было так волнительно вот для меня, шестилетней тогда, что я как-то вот, не умея петь, не имея даже собственного слуха как такового, мне это интонировалось не туда, то есть, собственно, вот начинала петь под ее пластинки, потом, естественно, там хор, там какой-то ансамбль, люди, которые, слава богу, были в моей жизни и помогли мне так выстроить уже... А кто вас на дорожку вот этого Серебряного века вывел?
Я думаю, что все это связано с этим удивительным движением авторской песни и с подпольным тогда еще таким книгоиздательством, когда печатали на машинках, там это все, за это даже сажали людей. Собственно, мне повезло еще в то время застать, зацепить. Mm-hmm. И вот именно вот эти вот такие от руки на машинках перепечатанные. Синие такие. Да, ну это первый был. Ну там и Бродский был, естественно, Шаламов, вот так, все, что так, так сказать, власти было неугодно. Ну и Цветаева, Ахматова. Вот. Ну, и как-то так получилось, что именно Цветаева меня зацепила. Скорее даже не через книгу, а через какую-то первую публикацию в журнале «Крестьянка». Как-то уже была в моих руках гитара, появилась эта первая песня, писала я там на спидной доске. И все, и как-то потом появился вот клуб авторской песни, а там одно другое, кто-то вот все. Это все какое-то вот такое живое человеческое общение. Я вообще считаю, что среда авторской песни, в отличие от других профессиональных творческих союзов, это очень живая, это вот та самая живая культура. Там все очень живое, там очень разные уровни. Там есть то, и это, и все, и много навязчивого, и все такое. Но оно живое, настоящее. И именно там происходит зарождение чего-то, чего в будущем, что в будущем нас, наверное... Оно откликается вот, на да, все, оно да. Очень реагучее на все живое, там все просто вот это, варится суп такой огромный, причем вся страна же, да, и опять же, даже бывшие республики, все в этом как-то оно участвовало, вот, и вот эти... Там, где поэты живые появляются, там обязательно человек с гитарой, который поет эти стихи, ну, то есть это вот, оно вот... Слава богу, вот это у нас есть, и его не надо никак поддерживать, оно само существует. Существует, оно само себя поддерживает, само существует, и тут фонды, так, вот, надо создавать фонды, поддерживать. Оно само, оно живет, растет, и еще вас поддержит, и всю страну. Вот, просто. А то, что как бы зерна отплевело, я думаю, время отберет, как и отбирает всегда, собственно. От всей той массы вот все равно остались Галич, Высоцкий, Акуджава, ну, Визбор, там еще там несколько имен, ну, Вала Матвеева, там Вера Матвеева. Понятно, они уже вот золотыми этими колосьями вросли в нашу культуру. Вот. Ну, меня зачастую задаю вопрос, еще среди вот этого всего, конечно, есть... Очень хотелось бы, чтобы это было такого уровня хорошего. Появляется много такого именно вот в духовной среде. Люди свои имя Божие вспоминают. Вот, и уровень тоже вот, на низком культурном, духовном и вот музыкальном уровне. Их очень много таких людей, но они тоже самовыражаются. Ну, наверное, вот. Это неизбежно, отец Анатолий, мне кажется, что оно как бы это как проявление, как неофиты в храме, ну, когда, вот, когда приходит человек, он немножко агрессивный становится там, потому что он пытается что-то понять, там, да, как-то что-то принять, что-то перестроить себя, да, как-то вот как человек, который принял какое-то лечение, и вот все. Надо просто, наверное, задавать им планку. Мне просто много людей таких обращаются. Они очень энергичные. Понятно, я понимаю, да. То есть не знаешь, где найти, где вас найти в этом мире. А они уже и в интернете везде пишут. Ну, я просто думаю как, о том, как что... Как вот к этому относиться? Как их утешить? Утешить? Да. Даже не знаю. Вот это сложно, конечно, потому что я, ну, так вот, это не мое совершенно, но так иногда меня просят посидеть в жюри в каких-то фестивалях авторской песни. Это большое страдание для меня, потому что я не имею права никого судить. Но человек пишет, поет, молодец. Вот я просто такой, молодец, правильно. Но так как ты сам себя держишь в этой жизни, ты же тоже не идешь, ну, там тоже связь с выпивкой. Конечно, у нас много чего связано, но все-таки там есть какая-то отдушина такая, более-менее человеческая, приближенная к духовному. Но что касается вот там уровня, ну, это уже, я говорю, что это, видимо, вещи какие-то необходимые, и у каждого уровня должен быть свой слушатель, свои какие-то сообщества, места, где там слушают, как португальская фада, да, но уже это очень массовое явление. Есть какие-то вот трактирчики, или они в основном в кафе поют каких-то, да, где просто все, любой человек может прийти и спеть свою фаду. А есть такие места, где слушают уже вот тех, кто там, да, вот такие фады написал, которые поет там вся страна. А кстати, знаете, что вот сейчас я
благодаря вот моему благотворителю, одного из благотворителей, есть место в Петербурге, где можно выступить. Это тоже находится в ресторане. Угу. И там в определенные дни собираются православные люди. Угу. И мы там сидим, пьем чай, общаемся. Угу. И туда священники приходят, и, да, как клуб. Прекрасно, такой. Это прекрасно. Я считаю, вот, и нет. Каждый может, у меня даже в третьем отделении может даже выступить любой человек. Угу. Вот именно вот те люди, о которых мы говорим, ну, угу. Или которые пробуют только себя. Угу. Вот это пастораль на улице Матросова, 20. Угу. Каждый четверг там, мы угу. собираемся. Это прекрасно. Вот так вот, собственно, в клубы авторской песни существовали. Просто это как некое общение. А в момент сейчас нынешней разобщенности это просто, даже просто как врач прописал, нужно людям общаться, собираться, потому что иначе катастрофа какая-то. Да. Мы рассыпаемся, как на атомы просто. Вот вся страна, все сообщество и смысл вообще человеческого здесь существования друг с другом. И, конечно, и тем более, что... Ну, вы не устали? Я? Да. От жизни так? Да. Да нет, она мне дает силы, наоборот. Ну, мы начали с тишины. Да, ну, а тишина одно другому не мешает. Там, то есть она тишина для того, чтобы выросло что-то, да, чтобы какая-то волна, которая... Музыка из тишины, да. Да, иногда она может превратиться в цена. Ну, пришло время песни, и первая часть передачи уже заканчивается. Спойте что-нибудь. Давайте я спою на стихи Александра Блока. Раз уж мы такую тишину, я не буду сегодня громких, таких особенно громких песен петь, хотя они есть у меня такие. У Александра Блока есть потрясающее стихотворение, на которое когда-то Вертинский написал мелодию, и благодаря этому она как-то вот так зацепилась, осталась. Вот. Но я вот как-то по свою такую, такое мелодическое осмысление ему там дала. Свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки светятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Дождик, дождик маленький, ветерок куда ленький, не задумывайся. Воскресенье вербное, завтра встану первая для святого дня. Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Действительно чудо, что мы встретились. Вот. То, что я даже настолько поражен, что стоило мне только подумать. Я уже начал возомнил себя, думаю, вот какая у меня молитва сильная. Ну, наверное, это так. Ну, оно же, когда сердечное, оно же все... Да, я так и понял. Вот я сейчас ехал в машине и думал, что если вот это нам близко к сердцу, это оно как близко это все, оно должно случиться. Обязательно, если это все чисто, если это вот от души, это произойдет, что и произошло. Ну, первая часть нашей передачи подошла к концу. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я и ведущий, священник Анатолий Першин. И у нас в гостях Елена Фролова. До свидания. До свидания.